кобылу не будем тискать за соски, сразу же перейдем к делу. It's gonna be me. Назови, как звать тебя величать. Меня как зовут? Да. Артур. А можешь эту херню опустить, а то будет вообще тебя плохо слышно. Артур? Да. Давай туда смотреть вместе, вот прям туда будем смотреть. Артур, как зовут тебя? Петр. Петр? Да. А по батюшке? Алексеевич. Петр Алексеевич. Романов. Царь настоящий. Нет, Хомутов я. Хомутов ты? Да. Блин, Хомутов тоже прикольно. Да. Че надо? Че надо? Я сейчас тебе скажу. Чему равно число пи? 3,14. Наука о растениях. Ботаника. Видишь, а ты не хотел. Автор комедии «Горе от ума». Я сегодня даже подсказывать никому Грибоедов. Ничего не буду. Грибоедов. Грибоедов. Вот. Гений. Сколько тебе лет? 18. 18-летний гений. Какой император воевал с Наполеоном? Небось, и «Войну и мир» тоже читал. Сейчас, сейчас. Все знаешь ты. «Война и мир», сейчас. И как не могу вспомнить сейчас. Какие варианты? Никаких. Вообще никаких. Какой год это был? 1812. Ты все знаешь? Не, не все. Ну, и что был за этот император? Честно, не помню. Саня. Александр. Какой? Сейчас. Второй, по-моему. Нет, третий. Не, Александр Первый. Хомутов! Меня зовут, если чё, Жека, и это канал Негодяй ТВ, и так фартануло мне, что у меня сейчас появился даже свой оператор, вот этот красавчик стоит. Фокусник? Фокусник, так точно. Потом покажу фокус, потом увидите. С фокусником мы пообщаемся еще. Петр Алексеевич? Фокус на обоим покажу, понял? Петр Алексеевич, отвечайте на вопрос, пожалуйста. Как называется галактика, в которой находится планета Земля? Чего? Галактика, в которой находится планета Земля? Ну, да. Ну, я скажу Нептун, потому что я люблю Нептуна. Первая просьба. Не дри, пожалуйста, на меня сишкой. Это не Нептун. Я знаю ответ. Да. Это не Нептун. Ну, точно не Нептун, но, блин, я люблю Нептуна, и я должен был его крышевать. А ты бухонькой? Нет. Нет? Курнул? Да. Бошечек? Да? Ну ладно, Петр Алексеевич, давай не будем от кассы уходить. У нас серьезное шоу на Ютубе, нас смотрят миллионы там людей. Ладно. Ну, галактика, в которой Земля наша, Солнце наше, там, и все эти дела. Я уже ответил, блин. Нептун, да? Да, я хочу Нептуна. Нептуна нет. А, путь. Это... Какой путь? Путь? Ну. Земной. Ни хрена. Я знаю. Что ты знаешь? Да ты ответь, пожалуйста. Что ты, блин? Что ты пристал к нему? Я должен ответить. Конечно, ты должен ответить. Кто у нас Хомутов Петр Алексеевич? Я. Ну, отвечай. Ну, не знаю ответа, братец. Путь какой? Там, какой может быть путь? Звездный? Нет. Инопланетный? Нет. Межгалактический. Да, межгалактический, бра. Ну, блин, ну, отвечай, я не знаю ответа. Да? Да, не знаю, у меня в голове просто мне никаких слов даже подходящих. Мне сейчас надо найти, ну, хоть... какую-нибудь возможность заработать деньгу. Че, ловышки по нулям, да? Откуда сам будешь? Я из Казахстана, ну, родился там. Село Березовка, Железинский район. Откуда бошки достал, чтобы обкумариться сегодня? А ловышки вообще борода? Я вообще и напился, на самом деле. А, набухался? Конечно, да. Пьяненький ты? Да, я пьяненький, но я уже трезвый. Да? Я час проспал в туалете в галерее. Болевал? Нет. А, просто спал? Да, час проспал. Реально, спал в туалете? Да, да. Вонючка ты, конечно. Я мытый. Я моюсь каждый день по два раза. Под мыхи там ничего не воняет, да? Да ничего не воняет. Ну, слава. Подожди, слава. А может и воняет. Слава тебе, Хомутов. Сейчас проверю. Сейчас проверю. Смотри. Ёпама, ты еще и без бюстгальтера. А, блин. Потому что... Ну ладно, Алексеевич, мы пойдем дальше снимать это самое. Надо как-то. Где вас можно найти, ребята? В Ютубе Негодяй ТВ смотри. Негодяй ТВ. Ну, да, век воли не видать. Давай, Алексеевич. Млечный путь. Сколько камер имеет сердце человека?
4. Откуда ты знаешь? Я учусь на биотехнологии. Единственное из 7 чудес света, сохранившееся до наших дней. Пирамиды. Нифига себе, какая пирамида? Хеопса. Нифига себе, а ты знаешь другие 6 этих самых? Да там нет, пипец, нет, я сегодня его сейчас ехал, почитал, я охренел просто. Даже там что-то у Зевса, там что-то у Афины, там куда-то там кого-то. Статуя Зевса. Храм Артемиды, а не Афины. Офигеть, блин. Статуя Колосса Родосского. Вот мы попали на всякое. Мавзолей в Галикарнасе. Александрийская библиотека. Офигеть. И висячие сады. Да ну тебя нафиг. Ты этот очень умный человек, да? Ну, немного есть. Как звали жену Одиссея? Офигеть, неужели это для тебя трудный вопрос? Я Одиссею очень давно читал. Я просто поражен, блин. Ну ты помнишь, да, эту историю? Она ждала его, ждала. Да, да, конечно, конечно. Сынок у нее там такой лошок был, там все хотели ее чпокнуть. А да, я помню. В итоге пришел потом Одиссей и всех разлохматил. Луком стрельнул через топоры. А не вот помнишь ее? Жену вообще не помню, нет. Я даже тебе подсказывать не буду, потому что ну ты гений. Гением подсказывать не очень интересно. Знает все чудеса семи этих цветов. Это же пипец какой-то. Не. А Пенелопу не знает! Как мы красиво смотримся. Как зовут? Евгения, Женя. А меня зовут Жека. Очень приятно. Взаимно. Тёзки. Вопрос номер один. Какое государство положило конец независимости Древнего Египта? Так. Не знаю. Вавилон, не знаю. Можно подсказать? Да. Буду наводящие какие-то вопросы задавать просто. Древний Египет. Так. Вот он покончил свое вот это вот всемирное сосуществование в качестве таких крутых ребят. Они, да, успокоились немножко. Какие еще ребята-то были крутые? Как ты думаешь, кто мог их сказать? Ну-ка, тихонечко себя ведем. Здесь мы теперь решаем. Римляне. Римляне какие-нибудь. Рим. Рим? Все верно. Ой-ой-ой. Сколько материков на сегодняшний день на планете Земля просто перечислить? Так, материки. Это Антарктида, это материк? Или это что-то другое? А можете сказать один, и я дальше перечислю? Мне просто... Можно только... Австралия. Австралия. Так. Подсказать? Да, давайте. Африка? Африка, Европа, да? Европа? Это не материк. Европа, да. Половиночка получается материчка. Материк, на котором мы сейчас спасемся, это что за материк? Да. Наш огромный материк, где матушка Россия, вся Европа, китайозы здесь лохматят свою кобылку. Давайте что-нибудь с математикой. Ну ладно, ладно. Ты забыла, как называется Евразия, допустим, да? Ну, Евразия. Наш материк Евразия. А сколько тебе годиков? Мне 22. Ну, еще парочку-то скажи. Всего 6. Америка. Ну. Так. Африка, Америка, Евразия. Что за безобразие? Что за безобразие? Не знаю. Точнее, знаю, но не могу сидеть. Ну, одну ты уже назвала. Антарктида. Так я все-таки правильно говорю. Ну, да. Антарктика. Антарктида, хватит с нее. Короче, вот их 6 штук. Северная Америка, Южная Америка, Евразия, Австралия, Африка и Антарктида. Да. Все, ты все верно сделала. На каком острове выстроил свой дворец Гвидон, сын царя Салтана? Серьезно? Серьезно. На острове. На каком острове? А ты помнишь эту сказку?
Нет. Свати баба Бабариха, там Чириха, там Медовиха, Мудовуху, там Мудозвуху. И вот они вот взяли свою сестренку Нана в бочку, а бочка уплыла и доплыла до острова Бу. Бугатила. До острова Бугатти. А, ну близко. Бугатти. Ну ладно, Бугатти так Бугатти. Буянь. Остров Буян. Ну это какие-то такие вопросы. Ну, давайте какие? Что-нибудь реально школьное. Вот. А что это? Лампопуська? Давайте что-нибудь еще. Давай. Как называлось народное собрание в Древней Руси? Политическое собрание. Народное собрание. В Древней Руси вот они собирались там. Такое славянское слово. Похоже на день, на ночь, на утро и на... Ну ладно, давай не буду тебя мучить. Веча. Что, неинтересно было тебе? Какие-то вот странные вопросы. Да? Сложновато что-то. Сложновато, да? Не знаю. Окей, меня зовут Боше Браун. Ну, как? Меня Боше Браун. Классное имя. Музыкант, спасибо. Делаю музыку, soul, funk, джаз музыку. Вот, и перед этим я чувак с огромным даром от Бога. У меня нет обоих ног, но при этом сейчас я готовлюсь к паралимпиаде, пара джиу-джитсу. Если интересно поработать совместно, то я буду рад. У тебя нету двух ног? Да, чувак. Обалдеть. А что там у тебя вместо... Протезы. Такие четкие, да, которые изгибистые, ну, да? Особо... Нет, сейчас я коплю на них. Да? Вот, дорого стоит? Ну, в районе ляма. Нифига себе. Так что если мы вместе заработаем эти бабки, было бы вообще... Слушай, а как ты хочешь, что поделать вместе? У меня зал свой на зирках, тренер свой, вот, то есть вся команда. Если это озвучить, хорошо подать, хорошая картинка, я думаю, это будет огонь. Про зал рассказать? Нет, расскажи просто про Боше Брауна, который делает кайфовую музыку. Прямо здесь сейчас так я вот могу... Давай, вот ты уже, мы уже это делаем. Сейчас, окей. Еще. На следующей станции я буду ждать под зонтом, да. Тебя и ее, о, как нелепо все. Нет, 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 странник, но странный. Сатирик, романтик, да, не покидай меня. Руки сложно, губы мерзнут, в мыслях мы с ней где-то. Виснем, опять печаль. Мы разошлись по углам, прощай. Чувак, это моя музыка. Скоро выход альбома, сингла, который, не знаю еще как назвать альбом, но это будет Боше Браун. Вот так вот, чувак. Прикольно. Тогда, может, в Инстаграм ты... Боше Браун. Боше Браун. Боше Браун. Кто автор цитаты «Быть или не быть»? «Быть или не быть» этот классик. Бам-бам-барам-бам. Прости, забыл. Откуда вообще это? Какое произведение? «Быть или не быть», «Быть или не быть», «Быть или не быть». Блядь, я только вот недавно был в театре и смотрел это представление. Серьезно? Да, вот, видишь, у меня все вылетает, потому что я весь... Что там было в этом представлении? Куча всего, на самом деле. Я был под кайфом, вот, это было круто. Типа... Это были наркотики курительные? Нет, это не наркотик был. Я был под кайфом от того, что я нашел группу, ну, то есть, трубача нового себе. И, типа, я был... Под таким потрясающим просто вдохновением просто пришел на... Ну, на самом деле все на выдохе смотрится, все круто. Вот. Ну, к сожалению, Марк... Нет, это не мастер Маргарита, это что-то другое. Что-то такое иностранное более. Гамлет. Англоязычный. Гамлет. Гамлет. Ну, вот видишь, сейчас помню. А кто автор? Я не помню, брат. Убей меня, не помню. Ну, хрен с ним, это Шекспир. Все, предположим, точно, что, да, это что ты ответил на этот вопрос. Столица Греции. Ты серьезно? Ну да. Сложно, да? Я не помню, я сам с Грузии, типа, я не знаю. Шумиха, есть богиня. Афродита. Нет, другая, похожа. Афина. А что придумал Одиссей, чтобы захватить Трою? Что он придумал? Ну, да. Это же, ну, прям, это очень банально, на самом деле. Ну, да. Но это, типа, этот конь троянский. Это, да, вот, да, все банально. Мы с конем вдвоем по полю идем. Мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на... Да, окей, конечно. Кто поет? Любе. Какая кличка
была у коня Александра Македонского. О-о-о. Йо-йо-йо-йо, чувак, я не помню, прости. Нет. Убей, нет, не помню. Ну да, это просто нужно помнить. Да, нет, нет, на самом такого, деле, да. На самом деле, зрителю надо сказать, что на самом деле, что наша память – это наше прошлое. Это очень важно знать. То есть с того, что было, и с того, что сейчас происходит, нам лучше помнить то, что было. Потому что, что происходит сейчас, сейчас происходит пиздец. Ну, вот да, такая философия, да, у всех. Да, жизни, именно, да? Так, но здесь и сейчас. Он, как бы его ни звали, да, он был под охуенным предводителем. Адьос. Береги себя. Ты тоже. Теплее одевайся, брат. Базаришь. С наступающим. Давай. Какая царица Египта родила ребенка от Цезаря? Господи, Клеопатра. Ты в этом точно уверен? Это правильный ответ. Между нами памяти туман, ты как во сне, ты как во сне, но только дельта... Знаешь эту песню, да? Да. Кто поет? Не, не знаю, кто поет. Кто поет? Я не знаю, кто поет. Но ты знаешь эту песню, но не знаешь, кто это поет? Ну, плохо у меня с именами. А припев помнишь? Нет, нет. В сетке такой танцевал, волосатый. Уже не молодой человек. Леонтьев? До сих пор они называют свою страну Элладой, а себя Эллинами. Греки. Столица Швейцарии. Швецию и Швейцарию путаю до сих пор, к сожалению. Цюрих? Найн. Нихен Ибн. Ибн? Что? Да хрен его знает. Блин. Не помню, не помню. К сожалению. Не буду подсказывать. Да неохота вообще сегодня. Да неохота ничего подсказывать. Я думаю, я не так плох, как многие. В любом случае. Да по-любому. Но я не помню. Бёрн. Бёрн, даже не знал. Да, я сам не это знал. Это как с Австралией. Это как вообще типа, с кем угодно. Сидней все знают, а... Канберу все послали нахрен куда-то. Сегодня так свершилось прекрасно, что со мной оказался вот такой молодой человек, который просто подошел ко мне около дверей и говорит: «Здорово, да, Жека, да, я да. тут фокусы делаю всякие разные». Да, а я говорю: «Давай тогда поснимай меня, вот те камеры, я штатив ставить не буду». Да, да, было такое, вот приходите на площадь Восстания, тут я фокусы показываю классные. Хочешь, чтобы я тебе вопросы задавал, да? А можно и так, почему Давай нет? от балды позадаю тебе вопрос. Итак, Давай. Вопрос номер один. В каком году крещение Руси? В 812-м, по-моему. Неправильно. Неправильно? Да. Черт, ну я историю не очень люблю тоже, а физика матеша больше. Ну сейчас я вспомню. 800... Черт, я хоть себе и не помню. Ну нет. Все тогда, ты да. проиграл. Да. 988 год. Вот ну все, можешь теперь попрощаться с народом. До свидания. Дай-ка я запишу началочку. Давай. И концовочку. Давай. Свет хорошо падает. Свет хорошо падает, да? Да? Да, да вообще да. супер. Давай тогда. Сегодня я не буду платить бабосы. В связи с тем, что бабосов просто нема. Нету бабок. Почему? Во-первых, я сейчас отказался от тех рекламодателей, которые... Как их назвать? Как их назвать? Ну, нечестные. Которые нечестные, жулики, сволочи, анонисты. Таких ребят я больше не рекламирую. У меня был грех в старых видосах. Я уже все эти удалил моменты, где я рекламировал всяких... ну, всякую такую, до такой степени хрень, что когда я это говорил, я думал, господи, неужели народ в это впишется? И больные люди есть на самом деле, которые вписываются во всякую хрень. Вот такой сейчас рекламодатель пишет мне, которого я не рекламирую. Поэтому бабосов на сегодняшний выпуск я не доковырял. Вот получилось так вот. Как вот получилось, так и получилось.
Донаты вы не присылаете никакие донаты. В описании есть реквизиты. Вначале там какую-то бабоську заслали. Сейчас вообще бородень полная. Поэтому для поддержки канала, ну, если уж нравится смотреть всю вот эту вот шелупень, ну, закиньте там 50-100 рублев-то, господи, чё? Какой я наглый, да? Наглый я? Ну, нормально. Ну, нормально что, да? Зато я не рекламирую всяких подонков. 1x будет. Да хрен с ним с 1x вот это. Есть и другие просто, когда вот я помню, открывать какие-то коробки, и там ты бред какой-то, просто бред. Неужели непонятно, что это бред? Когда я делал эту рекламу с тем учетом, я думаю, ну, ребят, ну, вы же умные люди, понимаете, мне тут заплатили лавешкой, я просто, ну, как я только не кривлялся, чтобы дать понять, что это херня, которая... Не, ладно, все, сейчас я это не рекламирую. Поэтому на втором моем канале, где я снимаю все, что мне по кайфу, будет новогоднее обращение для своих вот... Второй канал, он для своих. Для своих родненьких. Вот, для своих родненьких, которые пишут сосы, которые пишут вобла, которые волосатая, лохматая, как бы... Вот все свои для вас... Второй канал. Нормально, да, я нормально, все сказал? Хорошо. Ну все. Так, в этом выпуске, пожалуйста, напишите кобылу за титьки. Те люди, которые мои человечки, вы поймете все. Вот такой коммент. Напишите от души. И вас я буду любить до конца Нового года. Век воли не видать. Два дня. Как там я сказал? Титьки кобыли? Кобылу за титьки. Кобылу за титьки. Лайки от вас. Это всегда... Респект. Кобылу за тиськи и душевные комменты — это всегда до слез и даже сосцов течет, понимаете? Разошелся я немножко, да? Чуть-чуть. Нормально, да. Все, всем в душеньку там я это, как обычно. И что еще? Что еще? Все сказал? Да все, по-моему. Все сказал, да-да-да. It's gonna be me. Ты предлагаешь сейчас заработать лавышечки, правильно? Да, базаришь, да, как? Да. Давай сделаем так. Я буду подходить типа к чувакам, к любым вообще, к людям, представлять свое музло, вот, и будем собирать донейшн. По-моему, это будет очень круто. Камера, ты и понеслась. Ты, твой вопрос, вы готовы услышать нового музыканта, ну, вообще, к видению новых каких-то людей, которые делают музыку? Если да, то типа вот он, чувак, типа вы готовы его послушать? Ну а я все раздуплю сам, что нужно делать. Слушай, не сегодня. Давай спишемся в натуре. А, смотри, я сам люблю музло, я думаю, мы по-любому что-то замутим. А, хорошо, я вижу GoPro-шку у вас, да? Это прошка? Sony. Это Sony. А, Sony. А нужна GoPro-шка? Ладно, давай спишемся. Да я понял, давай. Ой, простите.